Так. Одни упаковки, блин. Сейчас будут распаковки. Вы пока можете подумать, что это такое. Написать в комментариях, если есть мысли по этому поводу. Ну, а я пока открою. Зачем мне пассатижи? Ладно, пригодятся. Посмотрим, что я купил на аукционе. Оп. Ух ты. Прям играться буду, играться буду. Не буду. Тут, скорее всего, что-то маленькое в большой упаковке. Чтоб никто не догадался. Вот, например, ты как думаешь, что здесь? Проверь свою интуицию просто. Может быть, ты экстрасенс? Есть варианты? Смотри. Давай подглянем маленькую щелочку. Опа. Тебе прислали кусок ваты? А тут вот так. Ну, там, наверное, что-то есть под ваткой, наверное. Видите, как надо упаковывать, чтобы никто не догадался. Раз. А тут колечко. О. Пятьдесят шестая проба. ДБ инициалы. Это я выиграл за 2000 гривен на аукционе Виолетте. Если у вас есть какие-то золотые изделия 56 пробы, вы предложите, друзья. Глаза забегали, ищу, где весы. Так, сейчас взвесим. Еще надо сейчас перечислить 2000 гривен, так как продавец с маленькой репутацией, я только начинающий, поэтому они отправляют постоплата. Сейчас я ему сразу перечислю 2000 гривен. Смотрите, вес 2,57. Ну, шикарные, шикарные клейма. Мне очень нравится. Что ты делаешь? Снимаю. Зачем? Ты фотографируешь или же ты делаешь? Вот, колечко оплачено. Можем приступать к распаковкам дальше. Переходим к следующей посылочке. Даже не знаю, что здесь. Вот такая упаковка. Опа, подписано на меня. Вот, кстати, если что, можете отправлять какие-то посылки. Так, распечатаем. Ух ты. Все по-взрослому. Коробочки. Еще одна. Опа, коробочка. И тут опять скотч. Как же я его, блин. Как же я его терпеть не могу. А, здесь, наверное, китайский Rolex. Это я купил ради любопытства. Разобраться, так сказать, с ним, посмотреть, чем его едят. Всего за 120 гривен, поэтому очень интересно просто посмотреть. Вот как я должен распечатывать? Вот вы извините меня, вы все завернули скотчем. Ну нахрена столько скотча? Для чего? Я понимаю, что говорят, весь мир держится на скотче, но извините, как я должен вот это все распаковывать? Это надо просто железное терпение иметь, чтобы вот это... Я вам бы что-то отправил, вот так бы запечатал бы скотчем. Вот как его распаковывать? Начнешь резать, нож соскочит. Можно что-то повредить. Вы ж думаете, когда упаковываете, так как бы вы распаковываете... Как вот я его должен распаковать по-человечески? Вот вам, пожалуйста. Угу. Ух. О.
О! Rolex. Ну, упакован точно как Rolex. Смотрите, какой теперь. Теперь я буду модный парень. Даже идет. Интересно, время правильно? Сколько сейчас время? 17:24. А тут 17. Не, ну сказали, что ходит плохо. Ну, Rolex, конечно, до Rolex'у. Этим часам очень далеко. Это китайская копия. Но за 120 гривен, почему бы нет, можно просто перепродать дороже. Если знаешь, конечно, кому. Я, допустим, знаю, кому продать. Поэтому за 120 гривен купил. Отдам часовщику, он доведет до ума, чтобы не останавливались. Потому что человек предупреждал, что иногда останавливаются. Вот сейчас идут. Человек сделает репассаж, и можно будет продать дороже. Потрачу я там на их чистку 100 гривен. А так выглядят очень, очень даже неплохо. Для тех, кто не разбирается, может посмотреть и скажет: вау, Rolex, Rolex. Ну да, за 120 гривен, конечно, не может быть никакого Rolex'а. Но на этом Rolex'е может быть какой-то заработок. Поэтому, друзья, продолжаем. Открываем именно следующую посылку. Так, ух ты. Так. Здесь скотча совсем чуть-чуть. О. Это нож, друзья. Духа, которую я купил на аукционе. Да, она всем известна, на аукционе за 590 гривен. Ну, хороший ножик, мне нравится. Если у кого-то есть такие ножи, предлагайте, я могу купить без аукциона. Даже чуть-чуть дороже. А мне придется платить комиссию за аукцион. Нормально работает. Переходим к следующей посылке. Попробуем ее вскрыть этим ножом. Оп. Понятия не имею, что здесь. Здесь, наверное, ручка. И купил я ее за 50 гривен на том же аукционе. Вот такая вот ручка. Надо вставить только пасту, там еще жидкость внутри. Ну, наверное, кто-то из вас уже догадался, что здесь, а может, нет, не знаю. Если вы еще не догадались и не написали, напишите в комментарии, как вы думаете, что в этой упаковке. Коробка была огромная. Мы ее на новой почте распаковывали. Да. Ой. Да, 373. 13. Ух ты, сколько. Тебе что, телевизор прислали? Подходит. Дома покажу. Угу.
оплатить наложенный платеж. Купил я ее за 3000 гривен плюс доставка, ну где-то мне получилось 3300 гривен. Сейчас будем распаковывать. Так, буду аккуратно разбираться с этим нелюбимым мне скотчем. Ну, уже должны догадаться, да? Вот он, красавчик, что тут самое важное. Сейчас я вам расскажу, друзья, что тут самое важное. О. Вот такой просто красивый. Вилки нет, но это не столь важно и существенно. Нет даже одного рычажка. Но это тоже не сильно важно. Буквы, как правило, обломаны у всех. Тут такая Z большая. Это приемник звезда. Z большая, и она всегда обламывалась. Я еще не встречал ни на одном. Видел, один продается на аукционе с целой буквой Z. Но самое важное... Расскажу сейчас. Видите, у него такая окраска, как не просто красный, а вот она как пятнистая такая. И я когда-то купил такой приемник, первый, и мы начали его с Леной мыть. А мыли мы его так хорошо, чтобы эту черную грязь отодрать. И мы ее отодрали. А потом я понял, что у него просто такая окраска. Я до этого никогда не встречал. Ну, давно это было. Вот видите, какой он. Тяжелый. Так что, если вдруг кому-то достался такой по наследству, и вы решили его помыть, ни в коем случае не смывайте вот это черное. Видите, оно? Оно дело в том, что если его мыть мочалкой, оно смывается. И он будет просто красный. Но это у него такая родная окраска. Видите? То есть это как бы норма. Так и должно быть. Зачетный приемник, да? Вот, даже уваленный наглухо, сейчас покажу. Сейчас я так больше открою фотографии. Видите, какое состояние печальное. И то он его продал $350 плюс $160 доставка. Я как-то отправлял, 2000 гривен стоит такую посылку отправить. Отгулявший вообще. Вот такая вот зачетная покупка, да, друзья? К
Как вам нравится такой приемник или не нравится? Напишите в комментариях. Вот бы встроить у него FM-тюнер, да? Да чтобы он еще и работал. У него тут небольшой дефектик пластика. Увидел, ну, за эту цену очень даже зачетное приобретение. Думаю, еще получится на нем неплохо заработать. Сейчас стоит такой на eBay. Он продается дорого, я продам дешевле. Сейчас покажу вам, за сколько продается. На данный момент нашел только вот еще один. Он более в отличном состоянии. Тут даже надпись «Звезда» не поломанная, как ни странно. Видите? Или ее уже восстанавливали. Обычно она сломана. Но мой дешевле. Посмотрим, продастся или не продастся. Я продам, думаю, долларов за 400. Ну все, теперь точно будет очень красивый. Да, Лен? А будет огонь? Мама сказала, будет огонь. Если мама сказала, будет огонь, значит будет огонь. А то тут как с гаража стоял, он там тараканы живут. Надо их выселить оттуда. Вон, покажи, какая. Тебе понравился приемник, Андрюх? Вот, вот тут, вот смотри. Вот показывай, как оно сейчас будет. Я сейчас влажной тряпкой проведу. Показывай. Да. Ты шо? Ну, мама настоящая рукодельница просто. Сейчас в порядок приведется, друзья, я вам покажу еще внутри, что в нем. Как раз буду фотографировать и заглянем с вами обязательно вовнутрь. Смотрите, видите, тут нарисовано, какие лампы должны быть на нем. Не стоит предохранитель, лампа и что стоит, да? Все это можно поставить, если чего-то не хватает. Ну что, открываем. Так, снимается вот эта вилка, а потом вот так раз, эта крышка снимается, сзади защитная. И вот мы можем видеть, что же в нем внутри. Всякие штучки, дрючки, лампы. Вот такой вот о, как лицо чье-то, да? Можно где-то рассмотреть. Как лицо. Вот я выставил уже свой приемник. Долго не висел. В общем, если вам понравились покупки, пишите в комментарии, что вам понравилось. И до новых встреч, друзья. Всем пока.